Всем привет, мои дорогие! Сегодня приготовим вкуснейшую молочно-рисовую кашу. Для ее приготовления лучше всего использовать круглозерный рис, тогда она получится очень нежной и более насыщенной. Половину стакана риса хорошо промываем, заливаем водой и оставляем, пока закипит молоко. В кастрюлю наливаем половину стакана воды и 2 стакана молока. Даем закипеть. С риса сливаем воду и отправляем его в кипящее молоко. Помешиваем. В процессе варки, чтобы рис не приставал к дну кастрюли, лучше всего использовать деревянную либо силиконовую лопатку. В кашу добавляем 1/3 чайной ложечки соли. Даем закипеть, закрываем крышкой и варим на медленном огне примерно 15 минут, периодически помешивая. В конце варки добавляем пару чайных ложечек сахара. Перемешиваем. Даем каше хорошо прокипеть, выключаем, накрываем крышкой и оставляем кашу на плите примерно 5-10 минут. За это время она станет еще более нежной и ароматной. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!